Айжан Байзаков, Жек, Шако, блогеры, вайнеры, неожиданные. Ля-ля-ля, выборы. Казахстанские телеки много не платят. Не сработало. Почему? Нельзя доверять казахстанскому рынку, потому что... Я, допустим, кино, на собственные средства, да, вот расскажите вот об этом первый опыте, фильм «Бойжеткен, все из-за нее», музыкальный сериал, полнометражный фильм, да, в прокате. И крайний был, это вот «Дневник безумной женщины». Угу, да. Вот, и то есть я тоже вот это вот пробую, потому что, вы хотите, ну, опять, если как бы, да, вот в сериалах, ты понимаешь, вот как ты говоришь, да, уже все понятно, да. Да. Но чтобы был этот прорыв, видимо, нам надо что-то сделать такое, нечто неординарное для того, чтобы мы его сделали. Но мы это сделаем, я знаю. Да. Вот, кстати говоря, отступлю. Один из моих любимых поговорок или как вот мудрых слов там японских, да, типа вот... Ты просто сиди и жди у реки, когда труп твоего врага проплывет мимо, мимо тебя. Да. Это вот мой случай. Да? Вот, так оно и происходит. Ну, «Бойжеткен», все из-за нее. Я понимала, что мне вот этого все, вот сериальная тема мне понятна. Хотелось полнометражного фильма, но опять-таки... Я не находила таких вот классных идей, сценариев. Я просто объявила конкурс на портале Broadway.kz, на киношном портале. Да, да. Да, вот типа объявляется конкурс на лучший сценарий. Вот чей сценарий отберет Alma Pictures, вот тому мы этот фильм и снимем. Вот, вот так вот кинула. Да, и где-то в районе 50 сценариев я получила, причем не только... Нет, синопсисы, тритменты, что меня заинтересовало. Некоторые прямо сразу сценарий отправляли смело. И не только с Казахстана, с Украины, там, из России тоже. Ну, я выбрала именно этот проект «Бойжеткен» не потому, что там это алматинский парень, но как-то вот меня этот сценарий тронул. И я сдержала свое слово, мы сделали этот фильм. И я попробовала себя в полном метре. Я поняла, что это совершенно очень тоже другой уже мир. Да, другой да, мир. Там свои схемы, да. Совершенно другие тоже. Да. И тоже все это очень интересно. Это замечательный был опыт. Вот. Ну, получилось отбиться? Отбиться не получилось. В Казахстане вообще не получилось. Я это и не скрывала. Ну, хотя я, конечно, как... грамотный продюсер, тем более, который уже знает, что такое дистрибуция, прокат, заранее, даже до съемок я уже приходила, договаривалась с прокатчиками, как бы ударилась по рукам и все такое. Да. Но когда уже фильм должен был выходить, в этот же день выходит очередная другая казахская картина, я не буду называть, мы все друг друга знаем, коллеги, через неделю другая, и просто в прокате все проваливаются, грубо говоря. Все три, да? Вот так вот произошло. Это когда было? Это был... 18-й? 17-й, по-моему, год. Да, это был 17-й. А как произошло у меня с «Дневником безумной женщины», это тоже уже, опять-таки, другой опыт, тоже в полном метре. Я тоже вкладываю собственные средства. Мне захотелось понять вот этот феномен вайнеров, когда у них там по 2 миллиона подписчиков, что это, ну что каким же это такое, можно это... да. Можно ли это монетизировать через кино? И я понимала, что им всем тоже нужен выход на большой экран, потому что они все вот имеют такую бешеную популярность, они сидят вот только вот в рамках своих этих Инстаграм. Да? Ну, ты знаешь, там это образ уже известный Нурлана Батырова. И там у нас снимались фактически все, наверное, популярные вайнеры на тот момент. Айжан Байзакова, Жека, Шако и киношные актеры, это вот Куаныш Жолжексынов, Динарка Бахтыбаева, кто там, Джуринская, Джинья, ну, если кого-то я забыла, Биржан Ашим, то есть это блогеры, вайнеры, это просто... Да. Просто полный подписчики набор. Каждого просто придите в кинотеатр, и ты уже окупился, заработаешь. Но
Я понимала, я так не думала. Да. Я ребят тоже предупреждала. Более того, со сценаристом был Карим Кадырбаев, он неплохо понимает драматургию. Как бы, в целом, как бы там не должно было быть вроде как проблем, мы опять-таки все вроде просчитали бизнес-схему, но не сработало. Почему? То есть я не скажу, что он провалился, но потому что мы там собираемся выходить в прокат, опять-таки это был, по-моему, где-то ближе к концу мая, но еще как бы школа не завершилась, так, 18-й, не, в прошлом году, да. Но мы уже заказали медиаборды, билборды, 3-10, денежку заплатили. Что у нас в это время происходит? Что? Неожиданные ля-ля-ля, выборы. Да, выборы. Подождите. У меня все это, я уже даже не подождите, помню, 18-й год, значит, в этом году. Да. У меня забирают все вот эти рекламные, значит, весь аутдор у меня забирают. Офигеть. Извините, у нас выборы, у нас должно там... Неожиданно, внезапные выборы, да. То есть вот когда мы потеряли рекламу, аутдор, там рекламу какую-то, и у нас осталась только вот эта своя реклама внутри, скажем... Интернета, да, как бы? Интернета, соцсетей. Да. Оно шибко не сработало. То есть те, кто могут бесплатно вот это получать, смотреть вайны, там, писать какие-то комментарии, лайкать и так далее, не факт, что они ходят в кино. В этом случае я поняла, что интернет, аудитория, да. Это не та аудитория, которая ходит в кинотеатр. То, что касается «Избой Житкеном», я его сейчас продаю. У меня есть дистрибутор международный. И он, как ни странно, я вообще не рассчитывала на фестивальную историю, потому что мне казалось, я делаю коммерческий проект. Вот, музыкальный, хороший музыкальный. Там хорошая рок-музыка. Ну, за фильм мне не стыдно. Замечательный фильм. И имеет какие-то вот неплохие интернет-продажи. Допустим, «Иви», ну, тот же Мегаго. То есть вот есть вот эти вот такие продажи. Очень много его купили эти авиакомпании. Да. То есть там сам где-то как-то вот какая-то копеечка идет. Это вот опять-таки о правах. Да. Ну, это то есть здесь уже, да, и поэтому... На телек вы продавали этот фильм? Только начала я его продавать на телек. Вот, скоро, кстати, покажут... Скажите, пожалуйста, какие-то сопоставимые деньги вообще? Ну, в смысле, какие-то... Ну, то есть за... У вас с полтора часа или... Да? Фильм? Да. Не, ну да, где-то так. Где-то за полтора часа это, ну, вы можете примерно цифры сказать, за сколько можно там подать на телек на казахстанский или на стриминг? Казахстанские платформу? Телеки много не платят. Ну, это что, сколько? 1000 Совсем долларов? Это, да, 2-5. Ну, в районе, скажем, плюс-минус 1000, не больше. Ну, самолеты, я знаю, где-то 2 платят, да, где-то так? Ну, в районе 2, да. Ну, допустим, нас купила... купили китайские авиалинии, там были неплохие, скажем так, деньги разово, да. Но туда мы не напрямую вышли, а через вот этих дистрибуторов. Ну, вот как раз-таки ты уже делаешь какую-то эту свою библиотеку прав. Вот. То, что касается «С безумной женщиной», да, ну, я, наверное, его начну только продавать на каналы, потому что там есть право первого показа. Вот, мне надо вот его дождаться, да, потому что бартер был с информационной поддержкой. Ну, то есть вот с полнометражными фильмами тоже у нас как-то все непросто, потому что всегда возникает какая-то такая ситуация, которой ты не готов. Ты вроде ты все просчитал, но тут возникает, ну, почти форс-мажор, там, связанный с чем-то, да. И, наверное, это пугает, если уже говорить более глобально, многих инвесторов зарубежных тоже, да? Да. То есть я же тоже здесь инвестор. Да, да. И я понимаю, что теперь третий раз я уже рисковать не буду. Какой-то шторм такой. Я уже такая, есть... блин, да. Ну, то есть вопрос, нельзя доверять казахстанскому рынку, потому что рынок нестабилен, рынок маленький, экономика нестабильна, политические как бы тоже, то есть очень много рисков. Да. Сейчас, например, я готовлю проекты уже по копродукции, потому что я понимаю, ну, я на фестивале езжу много, у меня много как бы партнеров, продюсеров во всем мире. Я понимаю, что надо выходить на рынки уже за пределы Казахстана. Да. Ну, во-первых, потому что у нас маленький рынок, во-вторых,
как бы тем тоже, и даже многие маленькие европейские страны, или та же Грузия, ты знаешь, да? Им тоже нужен какой-то рынок. Да, и когда ты делишь и риски, и все остальное, объединение, да. Вот, объединенный и... рынок, который дает. Абсолютно. Но это вы работаете это по кино, да, по прокатному кино? Это по кино, потому не что потому что по телеку это пока не получается, потому что права по телеку. Да. Или мы должны снять совместный сериал, скажем, да копродукцию. Угу. Все равно на сериал деньги уходят, скажем. Не маленький в плане того, что ты его не сможешь продать за такие же деньги на канал. Вот ты сейчас сам говорил, да? Да? Ты можешь продать право показа, но за серию сколько тебе максимум? $300 заплатят. Да. Но ты же на одну серию не $300 потратишь. Конечно. Минимум там, ну, скажем, в районе $8000, да? Да? Стоимость одной серии. Угу. Поэтому с этим сложнее. Ну, а на маленькие рынки это все равно кинотеатральный прокат, да? Например, кинотеатральный прокат. И, допустим, если есть направленность фестивального кино. Угу. Вот, допустим, я очень уважаю творчество именно вот в арт-хаусе, возможно, Адильхана Иржанова, да, и то, что он двигается, вот у него уже есть имя, да, угу. Вот по фестивалям двигаться. Мне хочется, допустим, поработать с ним, угу. Да? Я понимаю, что это будет чисто фестивальная история, угу. Но тем не менее есть там можно параллельно вот и на фестивале продавать, то есть какие-то там есть какая-то монетизация, да? Мне есть рассказывали, что там есть какие-то там, грубо говоря, ну так грубо что-то там по 10-15 тысяч долларов с каждого фестиваля, то можно собрать какой-то там. Ну типа того, да, типа того, угу. Да. Ну есть, конечно, у меня сейчас коммерческий проект планируется, угу. По копродукции. Я не боюсь ошибаться, да? Я учусь на своих ошибках. Угу. Вот, чтобы я должна свои шишки набивать сама. Да, конечно. Да. И когда я уже понимаю, что там с казахстанским рынком, сериалами, мне уже все понятно, окей. Но это не значит, что я перестану это делать. Это я буду делать, я буду это развивать, я буду как бы улучшать качество, там, контент, третье, десятое и так далее. Вот. По внутреннему рынку, именно по коммерческим фильмам, ну, это как бы другая история. Я вот год назад думал как раз-таки, что вот такая ситуация будет сейчас происходить. Ну, в прошлом году, вот в 2017, когда вот я начал, ну, мы закончили писать фильмы вот эти, комедии, и я видел, что все вокруг снимают, и я думал, ну... А почему я как бы не снимаю? Угу. Потом мы с вами, помните, встречались, вот тоже был проект. Да. И я пришел, сказал, все тогда, нас снимаем, все снимаем, да. Но в итоге потом я решил не делать этого, потому что я еще подумал так. Ну, для меня, например, инвестиционно в том числе, это слишком большие, ну, слишком большие риски. Творчески я буду заниматься только этим проектом. Угу. Ну, скорее всего, мыслями, всеми, вот, все силы буду отдавать туда. То есть, соответственно, я, ну, а сериалы, ну, я же такой сериальщик прямо такой. Вот, потом, и я еще думал, что ситуация будет такая, о которой вы уже рассказали. То есть, если раньше, в то время, 4 года назад, человек приходил в кинотеатр, у него был один казахстанский фильм, он идет на него, если он любит. Если да. он любит, он идет на американца, он так и так не пойдет. А сейчас приходит, у него 3 фильма, и ну, он выбирает. Вроде бы людей стало больше, залов стало больше, но стало ли в три раза больше, это же большой вопрос. Да? Ну, в смысле, зрителей. Да, зрителей в 3 раза больше не стало. Не стало. Они увеличились. Да. Вот, то есть один казахстанский фильм, 3. То есть те, чтобы собирало, собирали так же. Ну, кто-то будет отгрызать, ну, как сказать, начнется такой каннибализм. Да. Каждый отъедает у других, потому что если бы мы были такая развитая, это, что наши, только наши смотрят, но это же нет. У нас есть свой какой-то зритель. Ну, там, разные, там, иногда смотрящий только комедию, или идет только там, например, на Нуртаса только, или на Коэнбаева, там, и так далее. То есть, ну, есть люди, которые любят казахстанский, но их не 100%. Да? И они идут, у них такой выбор, и они начинают среди них выбирать. Соответственно, эту денежку, ну, она же тоже не бесконечная, ну, как да, бы. Они там раз, и, например, вам выбрали, значит, что-то меньше получат. Казахстанские они, понятное дело. Да.
Ну, мне так показалось. А вы рассказываете, что эта ситуация была в 2017. Уже, да? Я думаю, что это прямо сейчас будет. Нет, уже было тогда, потому что активно выходили коммерческие фильмы. Сейчас 60, говорят, фильмы. Сейчас это еще больше. Вот. Да. И опять-таки, ты правильно определил нашего зрителя. Да. Ну, количество кинотеатров стало больше, зрителей-то больше не становится. Да. Не становится. А потом те, кто ходит на казахстанские фильмы, это все-таки специфический зритель. Да. Я его там более или менее тоже изучила. Угу. То есть вот абсолютно, скажем, вот городские, там, алматинские люди, которые ждут премьеры там фильмов Марвела, чего-то там, да, вот эта вот молодежь, которая воспитана на этой, не то что воспитана, которая знает эту культуру, как привыкла, лояльно очень. Они никогда не пойдут ни на казахстанский. Ну, у них считается это зашквар такое, ходить на казахстанское кино. Да. Это факт, надо это признать. И тогда ты уже должен понимать, ты делаешь фильм только для этой своей аудитории, которая именно ходит на казахстанские фильмы. Опять-таки, мы все уже поняли, что это только должна быть комедия. Как бы это ни было грустно или смешно. Потому что все пытались пробовать в других жанрах, в драме, в мюзикле, чего-то там. И пока это ничего не срабатывает. Есть имиджевые фильмы, исторические, там, которые снимаются на деньги министерства. Да, там последний, это вот крайний, допустим, «Тамирис». Да. Это, конечно, огромные деньги. Это имиджевые фильмы. Это не сможет себе позволить ни одна частная студия. Конечно. Вот. И поэтому я для себя теперь определила, что то есть вот для вот этого местного зрителя я снимать не буду, я буду делать копродукцию. Ну, даже вот истории с той же Айкой, да, хотя вот сама Лыслямову уже, ну, все уже о ней знали. Но ведь никто не пошел в кино. Через несколько дней этот фильм сняли с проката. Фильмы Адильхана Иржанова, они в прокате тоже там как бы ставят, да, там поставили, там «Ласковое безразличие мира», там в зале 1, 2, 3 человека, потом, естественно, кинотеатр это снимает. Это для них тоже бизнес. Но это вот опять-таки о том, что надо развивать вкус у зрителя. Об этом, ну, не то чтобы говорить, да, у него должен быть выбор, чтобы он мог это видеть. Вот мне как-то, когда я работала на «Казахфильме», иногда мы по регионам ездили для того, чтобы делать премьеры. Да? Вот, допустим, премьера Биржансала, там, она в Астане, в Алмате, в Ускамане, где-то там, в Кустанае, там-то, там-то. И ты, когда видишь в этих регионах, люди, они голодные, им нужна вот эта культура. Да. Они ее ждут. И когда они знают, что вообще приезжает режиссер, есть, да, вот, актер, как бы, то, что было в советское время, да, вот как-то вот ездили, как-то это. Люди тогда все приходят, смотрят, они в вакууме, да. Но когда тебе постоянно вот эту вот, ну, то, что они тебе показывают, они понимают, что, блин, значит, вот, весь предел. Да. Как бы искусство, культура. Я вообще считаю, что эта вся кинотеатральная история, она уже вся должна умирать, не умирать, она вся превратилась в аттракцион, надо с этим смириться. То есть, ну, и мне даже кажется, что скоро комедии тоже. Ну, вот в России же была эта история, и она заглохла. Заглохла, да. Потому что очень много было комедий. Вот эти все комедий-клаб, да, когда они уже стали вот это сейчас появляются, размножать. Это, да, не так, чтобы там, как конвейер. Ну, грубо говоря, самые сильные выживают. Ну, очень пришло, выборочно. В принципе, нормально. Да. Мне кажется, тоже она скоро закончится. Да. Я согласна. Ну, уже даже вот это вот, уже даже когда сейчас смотришь премьеры последние, да, они уже отходят от этого жанра. Да. Вот. Ну и потом, но с другой стороны, вот что единственное, вот мне что нравится, ну как, ну я не могу это пока использовать, единственная индустрия, в которой есть реальные, скажем так, частные деньги, это вот кинопрокат. И, ну, там, условно говоря, вот этот интернет, Инстаграм, Вайнеры, они как-то монетизируются, но это не государство, да, то есть это не, это какие-то вот обычные люди, от этого же модель у них все, ну, все равно, как сказать, понятное дело, что, ну, можно не попасть с ними, но, грубо говоря, зависит это не какого-то там человека, который один, там, два, три, да, вот этой массы, если ты с тех, как удовлетворяющих,
как бы, понятное дело, что кинопрокатом сейчас далеко не демократичная все равно ситуация, потому что все будет зависеть. Я сейчас же можно сказать, что может быть, что хороший фильм провалится в прокате. Вполне может быть, может правильно? Быть. Это не так, что это совсем справедливо. Потому что это стало уже, как сказать, какой-то такой узкой... Да. И это не значит, если он в прокате провалился, конечно. Это не значит, что это плохой фильм. Да. Том, да. Или, конечно. Допустим, какой-то, скажем, очень-очень такой вот да. середнячок вдруг да. в прокате как бы стреляет. Да, да, да. И такое бывает. Мне вот, кстати, тоже вот в этом всем непонятно немножко. Я вот тоже общался недавно с кем-то. Я говорил о том, что если вы понимаете, почему вы собрали, не собрали, ну, причин, вот, ну, вот в вашем случае, может быть, много, да, вы можете анализировать. Но это, в принципе, касается как раз успеха, падения и взлетов, да. Но если вы понимаете, за счет вы собрали, то круто. Но мне кажется, что, скорее всего, ну, вот если смотреть некоторые фильмы, оказывается, одни вот так собрали, одни вот так, вот когда на них смотришь, есть ощущение, что ты не понимаешь, почему, ну, как бы, соответственно, даже с теми же сериалами какие-то вещи все равно более прогнозируемы, даже с цифрами, да? Иногда ты понимаешь, что, может быть, мы рейтинг не соберем, но вот заказчику нужно, чтобы именно эта тема была, и ты выполняешь волю заказчика, делаешь как можно более интереснее. В некоторых проектах я вообще сознательно, еще только художественно главное, ладно, зато мы снимем прикольно, скорее всего, мало посмотрят. Ну уже что с этим делать? Как бы. Ну, да. А здесь, мне кажется, ну, может быть, опять-таки, у наших людей, которые на этом получается зарабатывать, может быть, другая экспертиза, но мне кажется, очень во многих вещах непонятно. Ну, вот да, ну вот, то есть вот здесь вот это вот, есть эти факторы, ты правильно говоришь, которые как бы нелогичны, а логичны абсолютно вещи, и как бы с этим не поспоришь, и как-то вот анализировать, и, ну, очень много абсурдности даже, да, допустим, говорить, что у нас идут на кого-то, это тоже, оказывается, не работает, да, вот, допустим, в случае с дневником «Безумная женщина», да, вот я думала, ну, блин, молодежь пойдет, да, вот у Биржана Ашима, да, там, блин, причем у него абсолютно граждански активная молодежь, да, там его поддерживает, у него такая там яркая роль, вообще, такие у него славные диалоги, но, тем не менее, его же подписчики его не поддержали. Да. Подписчики Нурлана не поддержали. Подписчики или и наоборот ненавистники Айжан Байзаковой ее не поддержали. Да. Но не захотели посмотреть на нее на большом экране. Рассмотреть ее на большом экране. Ну, я, конечно, тоже шучу, утрирую, да. Фильм сложился, все получилось. Но для себя еще я что поняла? Вот эти вот вайнеры, они актеры замечательные. Я вот благодарна, что мне удалось с ними поработать. Тот же Жека. Они актеры, они готовые. Вот им Жека тоже нужен какой-то выход. Да. Им нужны инвесторы. Их нужно вот дальше развивать. Они тоже вот остались в этом своем вакууме. Ну, окей, но сколько они могут в этих вайнах своих зарабатывать? Там, за счет рекламы, чего-то там, да? Но они актеры именно такого уровня, которые достойны большого экрана. Понимаешь? Да. Ну, я Жеку видел вот в том фильме, который мы писали на Урызе. Мне очень понравилось, он прям готовый, да, как вы прям сказали. Они очень хорошие трудяги, потому что, видимо, они уже натренированы в этих вот вайнах. Им нужна большая форма, да, они как бы свои навыки хотят. И они, да, они очень трудолюбивые, очень ответственные, очень хорошие люди, очень наивные. Я была счастлива с ними поработать. Даже вот я считаю, что их труд, он как-то недооценен. Вот, и мне бы даже хотелось, вот, чтобы они, каждый из них получил такую вот дорогу на большой экран. Мне казалось, что, может быть, «Дневник безумной женщины» сумеет открыть им такой вот путь. Мы, продюсеры, мы должны открывать и актеров, и тех же вот очень талантливых других, вот и режиссеров, операторов, постановщиков. Многие ребята, которые, вот, кстати говоря, мы о «Нархозе» много говорили сегодня, которые там у меня работали тогда вот новичками, студентами пришли.
Айдар Успанов, Еркинбек Пиралиев, Жамбулат, кто там, Айвар. Они сейчас все отдельно являются постановщиками не только сериалов и полнометражных фильмов. Да. Вот. Все как бы получили старт. Поэтому в какой-то степени я понимаю, что я думаю, что это будет доля ответственности есть на нас и должна быть. Конечно. Но мы должны, мне кажется, играть свою роль определенную. То есть она должна быть, знаете, так, грубо говоря, не совсем зависеть от нашей добросовестности, а просто все должно складываться так, что мы должны все равно это делать. Потому что, ну, как вот мы уже говорили, есть проблема в том, что в одно время, летом, снимают все, соответственно, все заняты, с учетом того, что еще развивается прокатное кино, как бы, а у нас отношение к сериалам такое, что вот в кино это кино, а вот сериалы, там сериалы. Соответственно, у нас сама эта система нас будет заставлять открывать какие-то новые, давать шанс каким-то новым людям, которые, во-первых, потому что у нас за последние там 4 года, да, скажем так, бюджеты, ну, там, не меняются, да, соответственно, да. У людей там меняется представление об их оплате труда, да, конечно. Как бы. Соответственно, да, вот возникает такая ситуация, когда нужно открывать каких-то людей, в том числе каналы там тоже требуют каких-то, иногда наоборот известных, иногда наоборот новых лиц, там, в зависимости, кто как видит это. Я думаю, вот мы те люди, которые должны это выполнять, потому что парень, который пришел с идеей, он и так и происходит, но он должен тогда пройти путь, для того, когда он станет продюсером. Конечно, он может всему научиться, только нужно на все это время. Но он пока не готовый человек, который будет решать задачи этого года. А у нас все задачи ограничиваются одним годом. Да, то есть, ну, по сути, вот сейчас наша задача скоро закончится, через полтора месяца. Собственно, все мы будем опять на нулевой стартовой площадке, то есть, да. Скажите, пожалуйста, что вы думаете, вот вы поработали в кино и сериалы. Угу. Вот это вот то, с чем я пытаюсь бороться, но вы скажите свое мнение. Отношение специалистов. Сериалы это как бы, ну, как бы, как халтура, кино это круто. Угу. И всегда они выбирают кино между сериалом и кино. Угу. Ну, вот такой вопрос. Ну, в моем случае, наверное, нет. Имеется в виду, то есть так не происходит, что в сериале, что в кино относились достаточно добросовестно. Может быть, потому что мне удалось вот с самого же первого проекта относительный костяк уже иметь свой. То есть те, которые у меня начинали тогда, ну вот не поверишь, они до сих пор работают от проекта к проекту. Мы вырастили очень большую команду, у нас там, допустим, относительно стабильная вот операторская группа, осветительская группа, она у нас стабильная. То же самое грим. Светлана Ильханова, она у меня в первом проекте с турками работала, она работает со мной до сих пор. И в полном метре, и в сериале. Те же художники по костюмам, допустим, Асель Ильяшева с командой. Ну да, ассистенты могут меняться, одни заходят, другие выходят и так далее. Чего я теперь хочу как бы с художниками? Вот мы, да, эту тему тоже затрагивали. Во-первых, эта проблема, у нас нет, по-моему, специализированного факультета ни в одном вузе Казахстана, которые выпускали бы художников-постановщиков. У нас не выпускает ни один вуз. Кстати, вот Дарижан Амирбаев поднимал, писал, по-моему, письмо открытое президенту, что надо специальный вуз открыть, да, именно по кино. Вот их мало, и которые профессиональные, они все время всегда заняты. Да. И ты уже чуть ли не с улицы берешь, там, ну, смотришь фильмографию, он говорит, я там поработал, я здесь поработал, ты берешь, и начинается засада. Ну, мне кажется, ты берешь, и все равно рассчитываешь на него больше, как на реквизитора. Ну, чтобы он не забыл, ну, типа чтобы того, просто карту вел уже да, каких-то образах, ну, эскизах уже. То есть вот это вот печально, да, должны быть профессионалы. Это вот к твоему вопросу. И, может быть, мне, наверное, повезло, может быть, потому что, во-первых, моя студия каждый год имеет какие-то проекты, если даже там не сериалы, не эти госзаказы, то что-то мы всегда снимаем, и относительно группа более или менее как бы всегда имеет работу, потому что ты знаешь эту нашу специфику от проекта до проекта, но человеку-то надо кушать всегда, вот он должен как бы иметь какой-то кусок хлеба.
Вот. И в этом плане, там, ну, я не скажу, что я круглый год им плачу там, зарплату или гонорары. Вы платите от проекта просто... От проекта к проекту, да, но тем не менее, когда у тебя есть всегда относительно стабильный проект, ты его заранее предупреждаешь, и он уже с тебя как бы, то есть твои проекты он уже ставит в график, и что это приоритетно. Если не он сам, то как бы люди, которые, вот скажем, которых ты знаешь, к тебе приходят. Вот. В этом плане, поэтому я не разделяю, потому что я не видела, чтобы кто-то прямо очень сильно халтурил. Нет, нет, я не говорю, что люди халтурят, просто люди приоритет всегда стоит, ну, грубо говоря, кино или сериалы, если выбирать, где он будет работать, он всегда выберет кино. И он, это ну, часто есть. Люди мне так говорят, как будто бы я должен... как сказать, понять это. Ну да, то да, есть, почему? Ну, меня же зовут в кино. Да, да, ну, типа как бы метр. Вы же понимаете, что я вот к вам по срокам не успеваю сделать, потому что я делаю полный метр. И вот этот полный метр должен я сказать, а, окей, тогда мой проект, ну, ничего. Ну, мне кажется, выживет. Это вот как-то еще осталось, скажем так, с советских времен, в гиковских. Потому что с точки зрения... мира международного, да, скажем, именно киноиндустрии, там нет такого, что сериал это что-то, что чуть-чуть как бы что-то второсортное. Да. У них там такого нет. У наших пока это чуть-чуть есть. Ну, но я думаю, так, что да. Но ты как продюсер понимаешь, что режим в сериале, он намного жестче, чем на полном метре. У меня одни и те же, когда на полной выходят вместе со мной или там на сериал, они понимают. Они признаются, говорят, на полном метре мы отдыхаем. Ну, ты в день, блин, три минуты хрона, если выдаешь, красота, да, тебе это вот так вот хватает. Да. А за сериал ты должен иногда и там 12-15 минут. Однажды мы наспор даже целый один эпизод, да, серию за смену сняли. Вот, ну, это... Наспорь тогда мы сделали 25 минут, да, и такое у нас было. Ну, когда мы в одну локацию зашли, там абсолютно другой режим. И ты очень четко заранее должен быть готов для того, чтобы у тебя нигде ничего, никакого срыва не было. Чем лучше подготовительный период, тем всегда легче тебе на съемочном. Как вы видите, например, ну, скажем так, будущее индустрии и будущее вашей компании? Как это, ну, в чем, в каком направлении? Мы, конечно, немножко отстаем, да, от той же России, там, европейских, американских рынков и так далее, но мы к этому тоже будем приходить. Когда вот говорят у нас, да, у нас нет рынка, у нас нет, у нас мало каналов, у нас мало популяции, там, третье, десятое, я считаю, это все равно в какой-то степени отговорки. Поэтому просто надо, может быть, не изобретать велосипед, а учиться у тех, у кого это уже получается, и знать, что это к тебе тоже придет. С заказчиками, с министерствами или с частными каналами, я тоже думаю, со временем они тоже будут понимать, что как бы надо идти навстречу и надо подходить, не то чтобы навстречу, подходить индивидуально. В том же бюджетировании, да, там не может быть одна и та же цена, да, там за ретро-фильм, за исторический фильм и за какой-то современный ситком, да, который не выходит за пределы павильона. Поэтому сериальный рынок, ну, я верю, он будет развиваться. Спасибо. Так же, как и во всем мире, да. Вот мне очень понравилось вот то, что ты рассказал, что вот там Украина, Польша, кто-то там еще. Я тоже хочу. Да. Если есть такие, я готова рассмотреть предложение под мостом оказаться, чтобы какой-то труп тоже на территории Казахстана оказался. Вы знаете, я у нас уже вот какое четвертое интервью с продюсером. У меня такое ощущение, что если ну вот у каждого есть свои ресурсы, ну скажем так, не деньги, например, да. Ну, какие-то ресурсы, техника, там, что еще, какие-то компетенции. Например, у вас компетенция вот, дистрибуции. Вот, вы же, вот, например, продали. Вот вы продали на Иви, да, например? Да. Я не знаю, может, это легко, но я еще ничего не продал на Иви, понимаете? Я тебе помогу. Да, ну вот. Я вот к разговору об этом. То есть у меня такое ощущение, что, например, мы же
Понятное дело, что если у нас наша страна, да, там mm-hmm. есть наш язык, казахский язык, и понятное дело, что телевидение точно должно делать это, ну, проекты, которые воздействуют на население. Но если мы говорим про развитие, у нас, с одной стороны, есть и это и преимущество. Да, то есть mm-hmm. мы можем делать на русском языке, который рынок русского языка, условно говоря, там 350 миллионов, ну, скажем да. так. Да, да, там, ну, так или иначе, плюс-минус. Да. Это мы можем использовать как преимущество, то есть в нашем случае. Да. Ну, mm-hmm. вот то, о чем вы говорите, маленькая страна, ну или там Швеция, Норвегия, то есть в случае в прошлом году на Киев Медиа Вик мой любимый сериал «Лиллехаммер». Uh-huh. А он, как он сделал? Он снял для телека uh-huh. этот сериал, когда американский мафиози попадает в Норвегию uh-huh. с американским актером, снял его, ну он говорил на английском, все актеры говорили на норвежском. Uh-huh. Но он тут же делал дубли, uh-huh. когда все те же актеры, они все говорят на английском, говорили, делали на английском. После этого он это продал во внешний рынок. Он говорит, что он смог заработать плюс-минус, но если даже он, ну, там, хотя бы в ноль, ну, мы в Казахстане, я знаю чувака этого, я люблю этот сериал. Mm-hmm. Ну, завтра он сделает то, что, как бы, ну, я к чему говорю, тоже небольшой рынок, небольшая конечно, страна. Конечно. И какой-то изобретательный конечно, ход, да, конечно. Ну, как бы, и когда смотришь на них, вот вы правильно говорите, и смотришь, и думаешь, ну, надо это просто как-то придумать, надо сделать это, попробовать сделать, например, возможно, взять, сказать, что мешает. Например, ну какие-то вещи есть идеологические, которые нужно выполнять, например, ну, может быть, мы не продадим это на государственный канал. Ну, какой-то алгоритм, то есть, хорошо, не государственный канал, частный канал. У них есть мало денег, какие у них цели? Да. Есть цели такие-то, они с нашими совпадают? Не совпадают. Может быть, нам стоит сделать всего лишь один сериал, конечно. Например, восьмисерийный. Может быть, на этом не заработать, но показать, что вот оказывается... Ну, мы, ну, не просто люди, которые камеры носят там и организуют эти процессы, да, оказывается, мы какие-то творческие, давай в том числе, попробуем, единицы, я открыта, быть. Готова. Да, более давайте. Того, даже можно его не показывать на казахстанских каналах. Так я и говорю, я каналах, тоже да, говорю то есть об этом. Абсолютно не заморачиваться, потому да. что с госканалами однозначно. Да. Как бы сложная ситуация, частные каналы, они очень маленькие, и они захотят права забрать, это да, тоже... Права. Они... И потом они тоже участвуют в процессе, что вот тоже не очень... Поэтому это надо делать сразу с той стороной, и да. как бы и это должны быть общечеловеческие какие-то истории, да, тем более сейчас смотреть. Любят азиатские лица, да. и вот что самое чего главное. Не любили раньше. Да. Самое сейчас... главное, что последний раз сказали на этом, это вообще переворачивает все. Да. Они сказали, что Netflix, да. раньше как, выходишь на американский рынок, ты должен американского героя да, разговаривать да, на да. американском. Сейчас и Роднянский это тоже подтвердил, и много дистрибьюторов, кстати, вы, может, вы, наверное, знаете этих ребят, дистрибьюторы выступали, они ищут местные истории. Да. Они просто... Это может история, в том числе, она быть на казахском языке, но если вот, когда ее дублируют и люди в Netflix, не mm-hmm. обязательно все, какая-то часть людей, ну, этот проект крутой в плане сценария, постановки, передачи, он даже не какого-то качества, никаких там взрывов, никаких-то суперкамер, да, там, а просто это интересная история не только в Казахстане, а она может быть про казахов в том числе. Конечно, потому да. что, ну, такая история может какие-то бразильские, да, 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 город да. бога, что я, там да. вообще для меня все дико, да, ну, как бы нет ничего, с чем я пересекать, там нет парня казаха, которым я бы ассоциировал, но мы это смотрим, там мир. И он интересный. Конечно. Условно говоря, если такой проект создается, они говорят, мы говорит, таким проектом можем дистрибутировать и так далее. Если не на Netflix, Netflix это просто если качеством ты попадаешь. А есть еще куча всяких платформ, это можно показывать. Они дублируют, и все, и мы можем продавать. Другое дело, конечно, что это, наверное, пока не соответствует ни коммерческим целям коммерческих каналов наших, пока. Не государственных каналов, потому да. что у них свои задачи. Да. Там рейтинг, там сям, а это должна быть какая-то история, которая... Поэтому это должны делать мы. Да, скорее всего, это должны быть мы. Нам надо только решить ресурсы, продюсеры. Вопрос, ну, такие. Это может быть полностью казахский сериал, которым даже если никто не заработает, мы можем показать, что мы можем это делать. Прецедент, хотя бы один раз да, сказать, так, вот если вы нам никто ничего не будете говорить, мы сами попробуем это сделать, мы можем провалиться, но, в принципе, как и в любой творческой конечно, проекте, конечно, можем провалиться. Да. Но там, в отличие, скажем, от других видов бизнеса, да. даже если мы проваливаемся, ну, с точки зрения финансов, да. но у нас остается продукт. Я очень часто сравниваю именно нашу работу продюсерскую да. с работой архитекторов. Да. То есть вот как бы есть тебе дали кусочек, скажем, земли да. или чего-то там, да. или пустое помещение.
И ты делаешь, продюсер, да, там ты всех собираешь, получается, сантехник, не знаю, какой-нибудь маляр, кафельщик и так далее, и потом получается результат. У нас то же самое. Скажите, пожалуйста, какие специальности вот вы видите, ну, нужные, которые должны быть постоянно в команде? Ну, то есть, каких бы людей вы вкладывались, ну, чтобы они были вот в штате, то есть всегда были у вас. Как у нас это называют, это там исполнительный продюсер. Это продюсер, да, административная команда. Продюсерская административная команда, она относительно должна быть постоянной, потому что ты знаешь, когда наступает период подготовки, подачи заявок, это вот писать эти синопсис. Окей, ты синопсис закажешь сценаристам там, за деньги или за идею пока, да. Но кто-то должен это все оформлять, подавать. То есть это все равно какая-то у тебя должна быть команда. Вот. Ну, ты понимаешь, там, постоянная бухгалтерия. Наверное, все равно должна быть относительно постоянная, хотя бы представитель. Вот почему я говорю, вот операторская команда, у тебя должен быть какой-то там старшак, который знает, что скоро у тебя вот это, и он своих ребят может распределить, свой график распределить, подготовить, ты уже стоишь там. Ну, это такой лояльный просто человек, который очень близко с вашей студией. Вы, он рассчитывает на то, что в следующем году у него будет стабильная работа, вы рассчитываете на то, что эти проекты будет делать он, условно говоря. Примерно так, если не произойдет ничего... Что касается, наверное, фактически каждого департамента. Потому что как только... Вот у меня был год, по-моему, прошлый. Я снимала одновременно два сериала, и мне надо было делить все. Ну ладно, с техникой там у меня как-то еще более или менее нормально получилось. С операторской командой там, ну, с каким-то костяком, да. Но когда ты со стороны берешь людей, с которыми ты не работал, и тогда начинается засада. Потому что тебя не понимают, ты их не понимаешь, и ты понимаешь, что эти люди зашли к тебе временно только заработать. Да. Вот это, кстати, вот эти вот залетные люди, которые зашли только ради денег. И они не заинтересованы в результате. Да? Им вот каждый день они будут 100 причин придумывать, чтобы не это. Но я из тех, как бы принцип коня на переправе не меняет, это не мой принцип. Я когда уже понимаю, что все, с этим человеком как бы не получится, я тут же увольняю таких людей и меняю. Ну, не всю команду, да, то есть те, кто меня не устраивает. Потому что от этого, ты знаешь, у нас командная работа. Да, если да, один как бы не в команде, то все, у тебя все вот это вот токсичность определенная. Да, да. Люди и так не очень... простых условиях, скажем так, работают, да, с учетом 6.1, с учетом смен, для того, чтобы они еще как-то, ну, нормально относились, когда вот в этом, ну, таком очень тесном коллективе, дружный он или не дружный, кто-то как бы еще, ну, там... Ну, да, когда вот какая-то такая бактерия появляется, лучше если бы они были бы на отдыхе, хирургическим путем. Да, это можно было бы, ну и ладно. А так как и так предпосылок много, потому что люди там устают, да, так или иначе, в каком-то ритме живут. Да, я прекрасно понимаю, тут... Ну, то же самое с актерами. Вопросы, да. То же самое с актерами. С актерами, да, у меня даже была у меня такая ситуация, мы уже три смены отсняли, и тут актер вдруг стал лезть в дела режиссера, вот, оказывается, мы не так снимаем, там, почему мы снимаем на одну камеру, когда там кто-то мог бы снимать это на три камеры, и все это ускорить процесс, как бы. Удивительно. Я ему сказала, ну, почему тогда ты не режиссер? Ну, я даже не пытаюсь этим людям объяснять, я просто его уволила. Я пересняла три смены с другим актером. Но зато потом до конца проекта все актеры уже даже не пытались. Кстати, это вот не только с актерами такая происходит засада, а с локациями тоже. У тебя были такие случаи? Особенно, когда это касается каких-то, скажем, чуть-чуть квазигосударственных, да, там, например, школа, там, больница, вот, ну, просто уже... Выборы, у вас этот, как его, безумная женщина, а у меня локация слетела, выборы объявили. Вот, да, допустим, то же самое со школой, причем я уже знаю, тем более я как бы знаю, я
преподавала, да, там что это такое, там начиная с министра, все уже все письма на руках, все пустить, разрешить. Более того, ты там уже и вахтеру, мягко говоря, заплатишь, и там где-то там заплатишь, и обед принесешь, снимаешь в этой школе. И через три дня там директор вдруг: нет, ко мне будут приходить родители, они, оказывается, не представляли, что тут, блин, 30 человек заходит. Они думали, человек с телефоном зайдет и потихонечку, тихо. И теперь, нет, все, а теперь я передумала. Да. Но ты уже заявил эту локацию. Да, да, это проблема. Было такое. Однажды я три раза переезжала со школы в школу. А сейчас же школы, это не как в советское время, все одинаковые. Двери разные, там, блин, интерьер, все. И уже начиная здесь думать и по художке, и так и сяк, как бывают такие. Конечно. Какие-то сцены опять переснимаешь из-за локации. Поэтому у нас вот это вот, это отсутствие рынка, имеется в виду вообще вот как в Америке, да, допустим, локации, то есть вот есть специальные там в LA, да, улицы, здесь вот все вот эти дома, они именно для съемок, да, особняки, скажем, трехстенные, или те же, вот тебе больница, вот тебе школа, вот тебе вуз. У нас этого нет. Да, ты реально должен приходить. А, и с РОВД такая же ситуация. Это же вообще жесть. Да, да, да. А вы прям в самом РОВД? Я никогда не снимала. Однажды мне, да, мне повезло. Я всегда только... Мне повезло, я снимала в настоящем РОВД. Как раз только, но после нас, потом уже, по-моему, им уже законодательно запретили. И мы туда заходили с реквизитом, ну, с оружием. Выходили с другим магазином. Ну, я уже подробности не буду говорить, но были казусы, связанные с реквизитом, с оружием, со всем остальным, короче говоря. То есть, потому что нет еще этого бизнес-процесса. У нас должна быть готовая локация. Это же вообще, кстати, готовая ниша. Если бы есть трудолюбивые люди, они могут сейчас строить свое локейшн-агентство, или как это назвать, когда они, может, не нанимать человека, который может массово, но если человек... с большим опытом, все знает, зачем каждый раз этих мальчиков, которые, блин, надо все объяснять. Ну, понятно, есть опытные локейшмены, но, опять-таки, летом все заняты, кто-то должен искать локации, но это же как кто-то, кто занялся бы локациями и, например, игровым транспортом. Да. Это ниша для бизнеса, по сути, которая, кстати говоря, связана только с услугами, с человеческим, как бы, то есть капитала особого не нужно. То есть вот такие агентства у нас должны быть отдельно, и каждый должен именно своим делом заниматься. То же самое с актерским агентством. Да, то да. же самое с локациями, там, я не знаю, менеджер, когда он становится хорошим, он хочет быть продюсером, все. Да. И все, и опять, грубо говоря. И опять, да, те же грабли. Самое. Поэтому очень весело, да. Но зато это, как мне одна продюсер, которую я очень уважаю, которая, она мне сказала к вопросу, я говорю, кем мне больше быть, сценаристом или продюсером? Она говорит, ну, говорит, нет, тебе лучше продюсером, говорит, это веселее. Да-да-да-да-да. Поэтому у нас таких случаев, может быть, там на 3 часа, мне кажется. Ну, видимо, да, это, наверное, как бы такой психотип, темперамент людей, для которых... каждый день, то есть не должен быть похож, да? То есть ты сегодня встаешь, ты вроде это запланировал, и ты не знаешь, что будет завтра. То есть это не для тех, кто вот уже знает, что он приходит в офис в 9 утра, у него как бы стабильный такой график. Ну, поэтому я и говорю о том, что ваш переход, например, возвращаясь к началу, да, от предпринимателя к продюсерам, но и в моем случае, мне кажется, тоже, он органичный, потому что продюсер, по сути, это предприниматель, только вот он занимается именно вот этим, ну, действием. Понятно, он должен иметь, ну, любой предприниматель, даже если он пекарню открывает, он все равно должен разбираться там в хлебе, в выпечке. Конечно, также здесь конечно. Продюсер тоже должен разбираться и в сценариях, там, и в креативе, и в организации. То есть, по сути, сейчас продюсер – это предприниматель. Ну, скажем так, как ген-продюсер, там, это ну, предприниматель, да. по сути. Да-да-да. Но в идеале, да, продюсер, он ну, не только должен смотреть, то есть конечные, скажем, результаты именно по деньгам, да, а именно вот заболевать все-таки идеей. Вот я сейчас иду как по вашему пути, я собираю административную команду. Угу. Потому что, ну, там приходишь, у тебя есть менеджеры, которые решают. Конечно, ну, это классная облегчает команда, да, потому что это жизнь. Вся такая... Рутина, с одной стороны, у них набирается опыта и так далее. У нас вот менеджер потом становится там линейным, потом становится исполнителем и так далее.
Вот. Но редакторы, это то, что, это мое мнение, mm-hmm. редакторы, это то, что не хватает и на каналах. Mm-hmm. Редакторы не которые следят за языком просто, а которые разбираются в сценариях сериала. Да, да, да. И у нас не хватает, но у нас, скорее всего, пока возможности такой нет. Во-первых, этих людей нету. Нету. Скажем абсолютно. Так, мы все, каждый сам по себе. Вы да, редактор, да, 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 да. Я там по-своему, ну, если вы там... Или касается... ты там, да, уже, когда у тебя сценарий написан, ты какого-то там филолога нанимаешь, да. грубо говоря. Да, а здесь редактор, ну, как вот, чтобы там был человек, который говорит... А пойдем ли мы так по сюжету вот таким путем? А не кажется ли вам, что этот персонаж там да, или не там такой-то? Это не, возраст этого ребенка не может быть столько-то, то есть да, вот чтобы например, вплоть до вот это, этого. Это было совместное работа. Потому что там она не может родить его там 14 лет, да, например. Да, да. Потому что сценарист, он может да. И тогда, фантазии... ну, это то, что наш редактор, например, с продакшн должен работать со сценаристом. Потом он должен работать с каналом. Он говорит, например, наша аудитория такая-то, такая-то. Этот проект у нас выглядит в 7 часов. Поэтому давайте чуть-чуть, я предлагаю сделать вот так. Да. Это профессиональный разговор конечно, тогда будет. Конечно. Сейчас, конечно, мы не хотим, чтобы на канале нам редактор еще больше вмешивался. Потому что, кроме того, что по языку сильно вмешивается, говорят там про сюжеты, ну, и работа сценариста сейчас немножко обесценена, кажется, что это... Ну, идите напишите, что это ну, такое. Да, как да, бы, да, да, ну, да. Ну, в общем-то, во всем этом основная работа творческая – это сценарист, который, да? Да. Креативный продюсер и сценарист, ну, те, кто занимает. Вот, а потом, и... когда, извиняюсь, в конце, когда вот они сценарий утвердили, канал да, утвердил, да. Пленер, но когда они смотрят готовые, угу. они говорят, а почему так? А мы думали, что будет да, вот да. так. Ты сценарий читал? Да. Ты это утверждал? Ну и да, что откуда ты можно это вот думали? Откуда она может возникнуть, если это там да, написано? Написано. Если, грубо говоря, вот мы один и тот же сценарий, мы можем, как сказать, ну, во-первых, что думать? Вы, например, вот у вас есть сценарий, вы прочитали его, я прочитал. Хорошо, я представлял, что это будет более тускло, но вы решили, что не тускло. Ну, например, ну, да, да, комната да, да. будет яркий свет, а я думал, что вот будет как сейчас. Ну хорошо, я так думал. И, ну, грубо говоря, ну и засунь свою эту думку, как бы. Ну да, вот ты же решение. Сценарий не нарушил, да, сценарий ты в пределах сценария все. Если же там, я не знаю, главный герой женщина, не знаю, в кожаной куртке с наганом, а оказалось, что это бородатый дед, конечно, да, вопросы. Да, да, почему да. сценарий у вас написан? Да. Но здесь тут мало ли что ты думал, ты, ну, как бы. Но здесь все равно всегда прав заказчик. Конечно, конечно. Приходилось, да. То есть не то, чтобы переснимать, но там перемонтировать конечно. Бывало. Весь вопрос же там в основном такой. Как бы, я же говорю, человек, который доходит до уровня руководителя, да. он уже обладает этой компетенцией, но он не занимается операционной работой. Ну, то есть он с вами вот так не взаимодействует. Уже ну, какие-то подчиненные. В будущем эти подчиненные, возможно, станут тоже блестящими или будут разбираться. Потому что просто от того, что они очень много этим занимаются. Да? Но на каком-то этапе это может, потому что все обладают чувством юмора, считают каждый да, человек. Да, да. Кажется, все люди разбираются в футболе. И все люди считают, что придумать сценарий как, ну, любой может. Любой, да, да, абсолютно. Да. Не надо этому учиться. Просто будь креативным. Ну, как бы и все там. Такая. А самая засада, ну не засада, скажем так, успех, наверное, любого проекта, это прежде всего сценарий. Конечно, конечно. Это сценарий. Да, вот. Чего нам не хватает, ничего. Скажем так. Вот к вопросу о художниках, у нас точно не учат сценаристов. У нас, ну, но с другой стороны, да. видите, я и не понимаю, кто их сейчас будет учить, потому что если бы сейчас сказали, вот Жергенева открыли факультет, давайте поймем, кто будет, потому что если да. будет обучать, как снимать кино, ну окей, они там и так все направлены на... После Жургенева специалистов приходится как бы менять им мозг. Да, да, да. Потому что они все там дают клятвы, по-моему, что никогда в сериалах не будут сниматься. Они всегда становятся клонами, да, своих да. этих мастеров да, абсолютно. И поэтому, то есть жанровая выходит, никто, все они как бы поэтому из этого, через силу этим занимаются. Мне такое ощущение, что все должны радоваться, что есть работа, конечно, что есть опыт. Завтра снимай хоть авторское, хоть что. Но ты сейчас должен получить опыт, потому что, извините, пожалуйста, но у вас Жургенева практики там очень мало. Чему там вас учат? Ну, вопрос большой. Ну вот, если честно так сказать. Так классно, что Жургенева ты выходишь, ты понимаешь, что ты человек, ну, тебе нравится это направление, эта индустрия, мы понимаем. Если 4 года там отучился, ну, тебе, наверное, нравится, скорее всего, тебе это нравится. Поэтому ты уже человек, который там, наверное,
Но насколько там они обучены все выходят, ну, вопрос дальше. Это вопрос, сейчас это вопрос, потому что очень правильно ты заметил, преподавательский состав. Я считаю, они потом, они, многие из них не идут в ногу со временем. Да, конечно. Они не в тренде, они, допустим, когда даже ты вот современные, блин, фильмы, вот настолько, да, они не знают этих авторов, они эти фильмы не смотрели, но они хаят всех подряд. Да, они где-то там остановились в своих там 60-х. Да, вот здесь Толковский, там, Зеркало. Ружье должно стрельнуть. Да. Особенно, когда вот я знаю этих преподавателей там, по монтажу, там, по чего-то там, по цветокоррекции. Они даже не знают современных, извиняюсь, да, программ, как бы технологии, возможности. Как бы они, может быть, глаза никогда не видели, да, там уже насколько все ушло вперед. И ну что ты можешь сказать этому студенту, который уже давным-давно в Ютубе, в интернете все это. Все это умеет лучше тебя, по сути, быстрее. Да, вот так вот, по ходу. Намного, да, и это печально. Да, это печально. Ну, ну, сколько у нас всего-то, господи. Жургенев, Катуранда, Шабыт. Да. Да? Да. Еще, знаешь, может быть, это специфика, скажем, Казахстана, не знаю, СССР. Я о том, что, допустим, у нас много замечательных писателей, да? И классиков, и сейчас тоже новая волна вот писателей, да? Но писатель — это не есть сценарист. Да, конечно. А когда вот каналы иногда говорят, вот там, есть же типа там писатели. Да, да, да. Ну, они не понимают, что, ну, писатель, он может пол, там, ну, там, 10 страниц красивого слова, но это может быть 30 секунд на экране. Да. Конечно. Это может понимать, знать только сценарист, который знает технологии. То есть да, это, наверное, даже нисколько, не только талант, конечно, в идеале он это должен быть талант. Это просто ремесло, которому надо учиться. Да. Есть схемы, есть специальные программы. Да. То, что касается даже тех же этих героев, локаций, да, ты туда закладываешь, ну, вы по Film Tools, да, вот вы, например, работаете, да. А наши сценаристы об этом даже не знают. Они говорят, что это такое? У нас даже многие вторые режиссеры не знают, что это такое. Насколько это может облегчить, как бы, твою жизнь? Ну, видите, вы, получается, по сути, ведь это штука, которую надо просто изучить. Ее, кстати, не надо учить 4 года, да? Ее можно изучить на практике, ну, грубо говоря, с такими, грубо говоря, что-то себе написать. Можно за полгода, ну, или даже мне меньше, кажется, да? Мне кажется, есть такие курсы в России. Конечно, ну я вот прошел такие сценарную мастерскую, у меня было 3 курса. Я вот у Молчанова, российский драматург. Серьезно? Да, конечно. Я этому серьезно, как бы, занимаюсь. Вот, ага. Прочитал книги, соответственно, понятно, книги не все, но это можно просто изучить. И тогда, да, вопрос таланта, вопрос воображения, все остальное. Но, грубо говоря, вот мы с вами сценаристы, мы с вами должны этому научиться, а потом уже у вас может быть гораздо лучше сценарий, чем у меня. У меня может быть плохой это сценарий, но он хотя бы правильно написан. Да, да, структурно. Понимаете, да, и нет другого пути, нет никакого, обойдем это, как бы, ну... Вот, грубо говоря, когда изучишь это, тогда ты можешь обойти. Тогда действительно ты можешь нарушить какие-то законы. Но когда ты уже этим прекрасно владеешь. Конечно. Ну, типа там Тарантино, там, да? Да. То есть не бывает так, что... Гай Ричи, да. То есть это всегда есть исключение, но ты должен знать правила. Но это на основе, да, на основе. Он берет и сознательно это делает, например. Да. То есть они так вот, а случайно я так, па-мяу, там, сделаю и там... Грубо говоря, а вдруг это гениально? Ну, это же... Ну, на самом деле, да, все проваливается. Да. Конечно, вот я поэтому и говорю, не надо изобретать велосипед, просто надо идти по тому пути. И опять-таки у казахстанского кино в целом, не только сериалов, да, есть свой путь. Да, и конечно. Не надо нам пытаться делать какие-то аватары, чего-то, там, не знаю, супергероев. Мы никогда этого не сделаем. Конечно. Это не наш путь. Ну, да, я думаю, что вот это, в этом есть у нас какой-то определенный потенциал. Я не говорю, что о том, что мы должны, там, как, знаете, у нас любят вот это вот, победить весь мир, удивить, чтобы все знали, какие казахи крутые. Да? Но просто надо использовать то, что есть. Вот у нас конники, вот у нас это, вот у нас такая есть история, вот у нас есть локации под эту историю. Да. И это надо понимать, представляете, вот на этой территории. Ну, вот тоже Министерство культуры, Коль. Когда вот говорят, у нас такие уникальные локации, приезжайте снимать в Казахстан, да? Ты ездил там на тот же там Чарын, Каенде, чего-то там, чего-то.
инфраструктура есть, нет, в туалет сходить некуда, да? Да? О чем можно говорить? Нет ребейтов, ну сейчас вот говорят будет, нет инфраструктуры, кинематографисты это не люди, которые, ну как сказать, привезут людей абсолютно в любые условия, это да. Не так. Нет, тем более найдут... если это актеры, да. Это каждому свой отдельный трейлер, то есть они скажут, блин, я лучше все это сниму где-то там, да. В вот Чехии, сейчас... в Ирландии, в Исландии. Ну, вот сейчас произошел скандал уже вот в Украине, опять-таки. Я опять про Украину. Ну, просто общаюсь, поэтому... Конечно. Скандал в том, что Чернобыль, основная часть его снимали в Латвии, по-моему, или в Эстонии. В общем, в какой-то из прибалтийской... То есть не в Украине. Ага. То есть какую-то часть сняли в Украине, ага. Основную часть снимали там, в прибалтийской стране. Там им дали ребейты, там у них инфраструктура. То есть деньги от этого Netflix-овского большого проекта зашли в эту страну, не в Украину, в которой все это произошло, да. В которой есть индустрия, да. В которой есть люди. Все эти люди не получили эти деньги, которые могли получить. Поэтому ну, вот сейчас кричать лозунгами не надо. Да, да, да. Надо тихо, молча делать вот эти вещи, сначала все это налаживать. Это, кстати говоря, не только кино, это и про туризм, да, про конечно. Все остальное. Конечно. Надо начинать. Современная с экономика, этого. Она вот такая. Туризм это одна из частей современной экономики. Все люди сейчас хотят попасть в какие-то любые точки. А наша, ну, она не самая лучшая такая в плане отдыха и лакшери. У нас своеобразная. Но ее просто хотя бы до какого-то уровня. На любителя, скажем да. так. Ну, на любителя, но хотя бы привести на какой-то средний общий уровень, чтобы была инфраструктура. Не так вот люди вне инфраструктуры. То есть не так вот типа там саванна. Ну, выживай сам туристам, да? А кино тем более, да. Да, кино требует больших... Это и актеры, это и творческая команда, которые весь день на ногах. Им нужны условия, им нужно нормальное конечно. Питание, нормальная гигиена. Ну, просто даже вот на съемках Мынбалы, я сама своими глазами видела, я работала на этом проекте, да, там под Копчегаем снимаешь. Угу. Вот эта массовка, на них вот эти да. кольчуги все одеты. Да. Бесконечные дубли, жара 40 градусов. Угу. Конечно, режиссер хочет как бы получить то, что он хочет получить, да, угу. там. Но сходить в туалет нет условий, да. У нас очень даже очень были, да, одевали памперсы на них, чтобы они бесконечно не бегали, потому что пока они все это снимут, и пока они где-то там в этом степи, в поле, да, или там, да, о, да, окей, да. там какой-то ближайший биотуалет, я не знаю, потом это все наладилось, ну, может быть, сейчас уже намного лучше, но было тяжело. Да, но у нас на самом деле даже ни одного большого палка трейлеров нет ни у кого. Ни частного никакого. Да, да. Ну, о чем речь? Привозить надо будет опять. Ну, вопрос, ну, в стране нету большого какого каравана, который можно было отправить. Ну, да. Тогда о чем? Можем о чем угодно говорить. О больших проектах, о миллиардах денег, но если этого нет. Ну, потому что когда вот я на фестивалях с этими зарубежными продюсерами, они видят наши локации, фотографии. И они понимают, да, было бы здорово, но они понимают, что нет условий. Они сами это уже, особенно кто побывал здесь. Они же не должны за нас делать это. Да, и они говорят, блин, это получится дорого, потому что нам самим все это придется сюда тащить. Да, да, да. Хорошо. Магультелеком, спасибо большое за эту беседу, тебе. За то, что вы уделили время нашему маленькому каналу. Мы еще планировали, возможно, будут какие-то круглые столы вместе, ну, не только вот один на один, какие-то обсуждать, ну, вместе какие-то вопросы. Ну, там Акубек предлагал производственные вопросы обсуждать. Mm-hmm. Ну, там детально более обсудить каждый этап. Может быть, какие-то вещи, которые ну, мы планируем делать. Возможно, будет каким-то маленьким там кирпичиком в нашей общей коммуникации. Давайте. Более того, да, мы вот отдельно и с Акубеком, и mm-hmm. вот... Шелпан, uh-huh. Set Production, uh-huh. который вот активный на сериалах, еще с другими продюсерами, вот Жанной тоже, uh-huh. Абишевой. Мы вот это вот так вот как бы между собой обсуждаем, понимаем, проблема есть, да, да, но не решаем. Да, конечно. Вот я готова решать, я готова uh-huh. тратить на это свое время, силы, потому что... Ну, если я скажу, кто, если не мы, это, конечно, слишком громкий такой. Кто, если не мы, даст хотя бы информацию или вот этот толчок, которые, да. да. Первый толчок, чтобы уже тем, которые за нами идут, уже было им ну, да. легче. Открыто, пожалуйста.
Спасибо большое. И тебе, если какие-то нужны, вот все хорошо. Спасибо большое. Буду обращаться. Да. Я буду обращаться, как и во времена студенчества. Часто за помощью обращаюсь. С удовольствием. Так, это было наше интервью, беседа с продюсером Алмагуль Леухановой, руководителем компании Alma Pictures. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Это видеоблог «Серийный продюсер». Меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока.